Изо дня в день стурзовка живет буднями, заботами и работой. Но время быстротечно, и все, что когда-то казалось далеким будущим, стало настоящим, а завтра уже будет прошлым, то есть историей нашего села. В наш 21 век, век прогресса, мы решили все запечатлеть в реальном времени, снять документальный фильм о нашей стурзовке. Все, что нам близко, чем живем и дорожим, о чем мечтаем. Наши потомки могли познавать историю села не только по книгам и рассказам, а увидеть и услышать через фильм. Надеемся, что это только начало документальной эпопеи, и наши внуки и правнуки в будущем приумножат и пополнят историю нашего села. А пока о настоящем. Предлагаю вам просмотр собранного по крупицам документального фильма.
так. Ця земля була князя Стурдзи, а князь Стурдза був полковником у Суворова. Він придумав, як вибити турків з крепості Акерман, що тепер називається Білгород-Дністровський. Може, за це йому і дали землю під Бельцями. Так от наші люди-українці з Хотині, Поділля і Покуття йшли додому шляхом, що тут був через Бельці на Алуніж, Лупарію, туди на Решкани, Єдінці, і йшли з війни. Дивляться, така земля файна, все росте, буряни вище людини, і нікого не видко. Ой-ой-ой, а на Буковині і Поділлі землі свободної зовсім не було. Чия ж це земля, думають, а то земля нашого князя, полковника Стурдзи. А як би ми попросили нашого князя, полковника Стурдзу, аби він дозволив нам тут село організувати, щоби то з цього вийшло? А спитаємо. Післали до князя чи то в Яси, чи то в Кишиньов делегацію. Позвольте нам село під Бельцями на вашій землі основати. А князь каже, позволю, позволю, але на двох кондиціях. Щоб в цім селі було не менше, ніж 300 хатів. І щоб селу дали моє ім'я. А ми це зробимо, не сумлівайтеся. Ну, тоді робіт. Дав князь землю. Першими поселенцями з Турзовки були присяжні, ще удобное расположение местности, плодородие почв и хорошие климатические условия привлекли с Турзовки поселенцев задолго до появления современного населенного пункта. Данные археологических разведок свидетельствуют о том, что на месте нынешней Турзовки люди жили еще более 5000 лет назад. Земля таит еще много загадок и тайн, которые обязательно будут раскрыты. Ведь турзовчане любят свою землю, ценят и дорожат историей своего села. На месте, где сегодня находится Стурзовка, и на прилегающих к селу территориях люди жили очень давно, с незапамятных времен. Об этом свидетельствуют археологические памятники, обнаруженные здесь учеными. Отмечается, что на правом берегу лощины, у южной окраины села Стурзовка, напротив животноводческих ферм найдены остатки трипольского поселения. Собрана керамика с углубленным и расписным орнаментом. Частично поселение уничтожено плантажной вспашкой. Каких-либо разногласий или противоречий по поводу времени основания Стурзовки не встречается. Годом основания села считается 1852 год. Эта дата упоминается в официальном статистическом источнике, изданном в городе Кишинев в 1923 году. Этот же год фигурирует в Молдавской советской энциклопедии. Она же упоминается в Молдавском энциклопедическом словаре. В 1852 год назван и в письме на имя примара села Стурзовки Бориса Ивановича Прозоровского из Национального архива Республики Молдова за подписью заместителя директора доктора Сильвию Табак. Статистический сборник 1923 года называет основателем Стурзовки князя Дмитрия Стурзу. В этой же публикации упоминается Дмитрий Стурдза,
1817-1908 годы, являющийся сыном господаря Молдовы Михаила Стурзы воевода. Можем утверждать, что Стурзовку основал князь Дмитрий Михайлович Стурза, род которого восходил к Кирияку Стурзе, Потинскому Паркалабу, жившему в XVII веке. Первопоселенцы обещали князю Дмитрию назвать село его именем. И сделали это. Во всех доступных нам сегодня документах, начиная с 1869 года и вплоть до 1917 года, этот населенный пункт упоминается под названием Стурзовка. С течением времени буква «Д» из названия села выпала. Каковы были основания для изменения наименования села, нам выяснить не удалось. Попытки переименовать село, по воспоминаниям старожилов, были предприняты в 1970-е годы со стороны некоторых руководящих работников Рыжканского района, куда входило село Стурзовка. Для этой цели даже было организовано собрание жителей, но жители воспротивились. Наши деды-прадеды обещали князю Стурзе, а вы нас подбиваете нарушить слово дедов. Вам все равно, а нам не все равно. Отстояли. Стурзовке уже 163 года. И кому-то в голову опять пришлось переименовать в Стурзешть. Вновь начались поиски старых документов. Доказали. Стурзовка. В первые годы переселенцам пришлось преодолеть немало трудностей и перенести немало неудобств. Прибывшие семьи получили по наделу 9 десятин поля, около 10 гектаров. Из них многие были в состоянии обрабатывать лишь по одной. Остальная земля использовалась под пастбища. Обилие пастбищ позволило стурзовчанам успешно разводить скот и за короткий срок вывести селение в число зажиточных. Крестьяне коллективно строили дома из жердей, обмазанных глиной, покрывали соломой или камышом. Совместно строить дом было легче, да и времени на это уходило гораздо меньше. Традиция коллективного строительства домов, колодцев, а также прядения шерсти издавна известна в нашем крае. В то время жители села носили домотканную одежду. Поначалу было лишь самое необходимое. Постепенно, обживаясь, люди обрастали хозяйством. Трудом и заботами стурзовчан на протяжении десятилетий росло и хорошело село. По сведениям 1904 года, здесь насчитывалось 327 домов с населением 2735 душ. Крестьянам принадлежало 2795 десятин земли. Стурзе принадлежало
18 650 десятин. Село быстро росло. К 1923 году здесь было 1142 хозяйства, 482 паровые мельницы, были три школы, детский сад, церковь, пост жандармов, почта, примария и три корчмы. Наряду с ведением сельского хозяйства, которым было занято подавляющееся большинство жителей Стурзовка, в селе постепенно развивается сфера обслуживания, без которой была невозможна жизнь крестьянина. В 1928 году здесь функционировали паровые мельницы, мельницы, приводимые в движение мотором, работали кузницы, столяры, сапожники и портные. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2H5OH, сел на Ниву. Здравствуйте, Иван Семенович. Здравствуйте. Расскажите мне о себе и о ваших рабочих годах сельского колхоза. Ну, я начинал свою работу в 1965 году бригадиром. В то время председатель колхоз был имени Чапаева, председателем Горончук Михаил Парфенович. Зампредседателя был Лунга Григорий Зинович. Оба уже покойные. В то время хозяйство было большое. Бригады были большие, где-то по 150, по 170 человек. Работы было много. Механизаторов было много. Колхозников много было. Каждое звено было где-то 50 человек, 60, а в бригаде было по 3, даже по 4 звена. Каждая бригада была своя тракторная бригада, там уходила полеводческая и табаководческая. Конечно, были успехи, были недостатки, но в основном люди в то время работали очень хорошо и сплоченно. Не было так, что я хочу иду, хочу не иду. В то время никто не ездил за границу на работу, допустим, там в Москву, в другие страны. А все работали в колхозе. И всем была работа. И всем была достойная зарплата. Зарплата, ну какая-то в то время, конечно, рубли. Рубль, конечно, был в то время дорогой. Ну, зарабатывали Расскажите... по 1000, по 1200 рублей, а то и меньше, но в основном давали что? Давали продукцию на заработанные рубли. В то время, конечно, дешево было, пшеница была 20 копеек,
Ну і хліб був дешевий. Ну а потім з годами пішло, звісно, по-другому вже. Вже почалось. Я проработав там по Львовській бригаді 30 років. Звісно, були успіхи, недостатки. За ці 30 років я отримав 3 ордена і медалі. Орден Леніна, Октябрьської революції і знак почету. І медаль за трудову доблесть. Ну, вже потім, після 95-го року, я вже працював в садоводчій бригаді по настоящее время. То же самое. Работа было 250 гектаров сада, когда начинала работа. А сейчас уже под конец осталось 40 гектаров. Уже все. Уже сады пошли на раскорчевку. Уже фрукты не идут. Уже, ну, нет той цены, что было раньше. Нет тех покупателей. Росія не бере. Скажіть нам о колхозі імені Чапаєва. Ну, колхоз Чапаєва теж. Організація була неплохая, де було багато, мінялося председателів. Був председателем і Пушкаш Василь Іванович. Після Пушкаша був Михалатій. Після Михалатія Борис Іванович Прозоровський. Теж хороший руководитель був. В общем, наладилась работа неплохо, продукцию получали хорошую, и урожайность, и зерновых, и свеклы получали люди по 12 мешков сахара получали во время работы вот, при Борисе Ивановиче Прозоровском. И продукцию эти, яблоки были по хороший урожай по 20, по 30 центнеров з гектара. Пшеницу теж получали до 5 тонн з гектара. Кукурудзу, подсолнух теж получали неплохой урожай. Где люди, конечно, получали премії, преміальні. Получали преміальні. И надеялись на то, что, в общем, хозяйство и хозяева этого хозяйства были на своем месте и не обманывали людей, платили деньги своевременно. Были, конечно, и недостатки, но они постепенно ликвидировались во время работы, все бывает. Как люди работали в то время в колхозе имени Чапаева? Люди работали, у них не было, что вот хочу иду на работу, хочу не иду на работу. Все ходили на работу. Были, конечно, в то время было, и в Бельцах много ходили на работу. Но улаживали все силы для того, чтобы люди работали. Все заинтересовывало людей, и люди работали в колхозе Чапаева. Работали неплохо и получали неплохо. Знаешь, что все вместе хорошо и дружный, дружный был народ. Так что вот нельзя было сказать, что плохо или что хорошо было. Расскажите что-нибудь о работе и о рабочих. Ну, рабочие что? Рабочие хорошо работали в то время. Еще, если взять колхоз Чапаева, покойно была Лукаш Елена Васильевна Зеневая. Она тоже хорошо работала, она получила тоже орден, даже не помню, який. Хорошо и хорошо зарабатывала. Постоянно первое место держала. Та и другие Зеневые были. Скрипник Василий Иванович покойный тоже хорошо работал. З Зеневим і так працював вже і в садоводській бригаді, заправщиком. Много можна перечисляти. І їздові хорошо працювали. Чорний Дьорді,
Потом вот механизаторы хорошо работали, это Максименко Николаев. Сейчас уже в бригаде работает неплохо, это Пилат Александр, Кушнир Иван Иванович, ну, Косерик Василий тоже в Садоводской бригаде сейчас работает. Тоже хорошо заправщиком. Ну, можно переселять всех. Все неплохо работали, все. Расскажите нам что-нибудь о тракторе «Универсал У-2». Ну, трактор «Универсал У-2» – это был первый из первых в колхозе. Он, конечно, был в этой первой бригаде. И потом у трактора были эти «Начки», «Начки» назывался. «Начки», «Т-74», старые, короче. Ну, этот трактор, он начинал, какая его работа? Ну, обработка почвы, особенно сахарную свеклу. Сахарную свеклу. Ну что, все междурядную обработку. Потом укопал. Были такие, первен назывался, три лапы. И он идет, подкапывал. Потом идут люди, собирают на кучи, чистят. И потом были погрузчики тоже. Вот эти, как на НТЗ-2, да, в то время было. Эти белорусы без кабин. И погрузчики грузят. Ну, надо было много там труда улаживать, потому что надо все, всю свеклу бросать у погрузчики. Он не брался бросать, и про транспортеру уже на машину грузил. Машины, конечно, то там мало говорить не было. Ну, по 2 тонны, по 2,5, не больше. А трактор только. Трактором помню, работал этот Паскал Иван Георгиевич. И, по-моему, Мельник Василий Георгиевич, вот, да, на этом тракторе. Ну, короче говоря, он потом уже взял и сделали с него постамент, памятник. И так он до настоящего времени. Сколько тракторов было выделено на нашу силу? Да, в то время тракторов мало было. Но трактора работали сутками. Они с борозды там, или паши, или что он делает. Комбайны были эти прицепные. Трактор тянет комбайна, и комбайн подбирает пшеницу, молот. Вот так еще. Еще это было. Я захватил еще. На бригадах не только были лошади. Не было чем возить кукурузы, а были эти быки. Быками. Еще 65-й год, 6-й. Еще были, потом уже. Ну, добавлю. Основным видом деятельности стурзовчан является сельское хозяйство. На территории села существует 12 организаций с ограниченной ответственностью, которые возглавляются 12 экономическими агентами. Они культивируют зерновые, бобовые, садовые культуры. Также развито животноводство, выращивается птица, крупнорогатый скот, свиноводство и кролиководство. Одним из лидеров является Густой Василий Васильевич, директор фирмы «Проликом Норд». Сериле Мэрул Стурс Агро, учредителем которого является Плешко Иван Иванович. Хозяйство располагает землей площадью 6,5 гектаров, на которой произрастают плодовые культуры, преимущественно яблоки. Thank you.
Михайлович. Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, сколько вы занимаетесь вашей деятельностью на сегодняшний день? Здравствуйте. Деятельностью я занимаюсь 1985 года по окончанию Братушанского технического техникума сначала. Работал до армии на молочном комплексе зоотехником-селекционером. Два месяца потом ушел в армию, по прибытии с армии я уже поступил на агрономический факультет, так как работы не было в животноводстве. И по окончанию института с 92 года по сегодняшний день я занимаюсь сельским хозяйством в селе Стурзовка. Начал работу по окончании института с бригадира садоводческой бригады и уже работал на должностях бригадира, начальника участка, главного агронома и сейчас руководителем предприятия. Хозяйство имеет наши 750 гектаров пашни, 77 гектаров сада. Выращиваем мы в основном зерновые первой группы, второй группы, яблоки. Ну, сейчас в последнее время с яблоками немного была напряженка, не было реализации. Но в этом году, наверное, будут перспективы по реализации яблок. А так, в этом году у нас год очень тяжелый за счет засухи. Коллектив у нас насчитывает 58 человек. У нас 10 специалистов работают, 3 с высшим образованием, остальные со среднеспециальным образованием. Зарплата у нас составляет в среднем по хозяйству не менее 3000 лей среднемесячная. Есть, которые механизаторы имеют 10-12 тысяч за месяц, есть, которые имеют и 16 тысяч, а есть, которые имеют 1500-1800. Расчет по зарплате у нас мы проводим ежемесячно. Самая большая задержка может быть это где-то чем на месяц, в зависимости от реализации продукции. Спасибо. Здравствуйте, Александр Яковлевич. Сколько лет вы занимаетесь сельским хозяйством? Расскажите нам, пожалуйста. Занимаюсь сельским хозяйством 10 лет. На данный момент хозяйство называется Пушкин Агро, в котором 125 гектаров земли. Вот. Выращиваем пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Сад есть, яблони. Ну, что вам сказать по поводу сельского хозяйства? Тяжело в этом году, потому что засуха. Но, тем не менее, убрали пшеницу, неплохой урожай, несмотря на погодные условия. Ожидаем урожай подсолнечника наполовину от прошлогоднего. Дай Бог, чтобы был он хотя бы так. Кукуруза вообще плохо. Очень засушенный год. Но в этом году так, но год только лучше. Надо работать, развиваться. Я знаю, какие вопросы интересуют вообще. Как вы рассчитываетесь с людьми? С людьми рассчитываю согласно договора, согласно закону. Вот. Пшеница, подсолнечник, кукуруза, сахар. Так как все лидеры дают остальные, так и мы стараемся. Вот. Есть сумма, которая указана в договоре. Вот. На ту сумму мы обязаны выдать людям согласно договору продукцию. Кто хочет, берет в денежном выражении. Это тоже не противоречит договору. Спасибо вам. Так, до 1998 года больница работала как участковая на 35 коек. С
98 года больница была закрыта и сформирован центр здоровья с 10 койками дневного стационара. А с 1 апреля 2012 года Стурзовский центр здоровья автономный. Работают 3 врача семейные, 1 врач-стоматолог Гросс Евгений Константинович, 10 медицинских сестер, фельдшер-лаборант, медсестра физкабинета. Стурзовский центр здоровья. Индивидуальное предприятие «Рошан Людмила» создано на базе бывшей государственной аптеки и занимается фармацевтической деятельностью. Основала аптеку в Стурзовке в 1952 году фармацевт по имени Галина, а фамилию ее здесь не помнят. Проработала она около года и аптеку передала Людмиле Павловне Брунецкой, стажу которой в этой аптеке 42 года. С 1953 по 1995. Аптеку у нее принял Виктор Нафорница, а у Виктора Людмила Рошан. Как и положено, здесь образцовая чистота, порядок. Пациенты ходят, находят необходимые им лекарства, получают квалифицированные советы. Стурзовский участок государственного предприятия «Молтелеком» обслуживает электронными средствами связи абонентов сел Стурзовка, Садовые и Фонду Ревеки. Автоматическая телефонная станция на 1536 номеров вступила в эксплуатацию в 1992 году. Здание построено в 1990 году. Коллектив связистов со дня образования участка возглавлял инженер электросвязи Сергей Васильевич Тимчук.